Шоу продолжает малышка по имени Жасмин Тузелова. Но даже не вздумайте делать скидку на возраст этой юной вокалистки. Ее возможности и то, что она творит на сцене, не поддаются объяснению. Семилетняя девчонка, которой все умиляются, но и в то же время очень уважают за то, как она действительно круто и профессионально поет и чувствует себя на сцене. А поэтому я бы хотел продолжать видеть ту радость, ту солнечную, ту детскую энергию, которую она дарит всем нашим миллионам зрителей во всех 5 странах. Я пела тогда «Never Enough». И я думаю, что я хорошо спела. Чтобы быть певицей, надо много работать, не тратить время. Я готовила песню и ходила в школу. Все, я это успевала. Я еще хожу в фортепиано, на хор и на сольфеджио, и на танцы. Шымкентте музыканың училищені бітірген, скрипка классын. Тұрмысқа шыққанға дейін жаңа музыка мектебінде скрипкадан сабақ бердім. Кейін тұрмысқа шыққаннан кейін скрипкаларым осы болды, балаларым. Оның ерекше даусын балабақшаға барып жүрген кезде байқадық. Сондай әнді керемет сүйіп айтып, өзі тез жаттап, жаңағы өзінше бір билерді ойлап тауып билеген кезде сол кезде байқадық. Это такое упражнение, когда ты волнуешься, и перед выходом на сцену ты, например, это повторяешь, и у тебя хорошо получается петь на сцене. Енді сахна өте киелі жер ғой енді. Бұл сахнада кімдер болмаған, сондай ұлы-ұлы адамдар, қай сахнада шықса да өте қуанамын. Бала сондай сахнаға шығып, тәжірибе алып атқанына. Здравствуйте, мы одноклассники Жасмина Тузелова из Нур-Султана. Ты самая лучшая моя подруга. Я желаю тебе удачи, ты победишь. Ты сможешь выиграть в этом конкурсе. Выиграть первое место мы всем классом держим за тебя кулаки. Мы в тебя верим. Победа это будет твоя. Ты целеустремленная. Я желаю выиграть тебе первое место. Ты талантливая. И я пожелаю тебе удачи в полуфинале. Спасибо. Это так мило. Мне очень понравилось. Ждешь проект, чтобы проявить свой талант? Не жди. Снимай видео в iTube, набирай популярность и зарабатывай на этом. iTube. Все свои. Смотри и снимай. А на сцену готовится выйти юная исполнительница, которой не страшны ни строгие жюри, ни большая сцена Central Asia's Got Talent. Жасмина Тузелова. There ain't no good. That I've been washed in my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me go. I'll see the child
Жасмина, посмотри, сегодня твое исполнение покорило всех зрителей. А меня ты не перестаешь удивлять. Были сложности во время подготовки? Да, были, очень сложно. Какие? Ну, например, фальцет делать, мелизмы делать. Но ты справилась. Спасибо. Тебе понравилось сегодня выступать на сцене в полуфинале Central Asia's Got Talent? Да, очень понравилось. А нам как понравилось? Вот об этом как раз я хотела поговорить с уважаемым жюри. Нурлан? Действительно, то, что ты как говорила, фальцеты, мелизмы, я просто за тобой вот прям вот так переживал, думаю, ай, сейчас соскочит, нет, попадет. А... Прямо все очень фирменно, как мы с тобой говорим. И твои руки помогают. Это очень было круто. Молодец! Спасибо. Жасмина – юная принцесса, юная звезда, но при этом очень собранный артист на сцене. Совершенно не выходила из образа. Ты не допустила ни единой ошибки. Это просто фантастика. Спасибо. Я представляю, что, как она споет эту же песню через 10 лет. Это будет просто феерично. Даже тяжело мне верилось, что это поет маленькая девочка. Я думала, может быть, включили фонограмму с песни, и она просто вышла с микрофоном. Ты настолько красиво и профессионально выступила и спела, держалась как взрослая певица, которая уже несколько лет на сцене, уверена, красиво, а еще и образ у тебя очень нежный и красивый. Ты сегодня выступила на ура, ты большая молодец. Спасибо вам большое. Спасибо, Жасмин. Удачи. Альбинидің таңғалдырарлығы бұл тендесі жоқты. Шоколад, печенье және карамельдің бірегей үйлесімі. Альбинидің таңғалдырарлығы оның тендесі жоқ дәмінде.